Mon Parfum, мой парфюм. Это специально аромат, который, вернее, аромат, который специально Джеффри создавал для своей жены Мартины. Много месяцев он его создавал, трудился. В общем, Мартина долго смотрела на него, корректировала, и потом вот в готовом виде то, что понравилось, роскошный, это мой самый любимый, признаюсь вам, аромат, который можно носить всегда, в любое время. Вот, зимой он более ярко звучит, то есть в нем доминируют карамельные ноты, ноты пачули. Летом больше цветочно, ванильные аккорды. Вот как-то он меняется, ну, в зависимости от времени года. Mon Parfum. Цветочный древесный аромат. Основные ноты – это красные фрукты, ноти сердца, цветы апельсинового дерева и ваниль. Базовая нота – это карамель, ветивер и пачули. Это то, на чем, в принципе, основные компоненты, на чем строится аромат. Аромат просто, вот кто влюблен в Mon Parfum, приходит и только Mon Parfum хотят. Даже ничего предлагать не нужно. Насколько он хорош, насколько он стойкий. Изумительно. Зимой это вообще километровый шлейф. Очень красивое сочетание древесины, как бы, ну, по большому счету мужской, ветивера и пачули, с карамелью и с ванилью, и ноты шоколада еще забыла. И ноты шоколада присутствуют.